Привет. Вот сегодня у меня экстра. Вот будем снимать в баре что-то. Пока ничего не знаю. В общем, нас пригласили в ресторан. Вот, наверное, будем тут создавать обстановку. Либо мы тут отдыхаем, сидим. Вот, сейчас 6 вечера. И съемка планируется на всю ночь. Сейчас пока выставляет аппаратуру. Вот, и я думаю, где-нибудь в районе уже там 8-9 вечера начнется работа. Вот, здесь будет все по-другому, наверное. Сейчас вам покажу бар. Вот здесь такой вот бар оформлен. Типа вот тут такой, немного, наверное, типа Дикий Запад. Такой, типа, не понимаю, почему это вот такое, на крыше огромная растяжка в виде американского флага. Вот, всякие там бочки стоят. Вот. Называется караке. Вот, а. Хайфуд? Продолжая съемку, вот в таком баре мы сегодня работаем. Достаточно интересный бар, говорят, даже танцевать будем. В общем, тут, походу, вечеринка какая-то. Вот. И, в общем, танцевать будем. Вот такой интересный бар. Вот, так что сейчас пройдусь, покажу вам подробнее, что там такое. Так, ну вот, пожалуй, вот это самое главное место. Тут, конечно, так пыльновато, грязновато. Походу, так особо не убирает, но достаточно необычно. Фантазия богатая тут. Столько всего наставили. Вот. Ну, сейчас вот только все выставляется. Я думаю, съемки потом покажу, когда уже все будет продолжаться. Уже вечер. Съемочный процесс уже начинается. Вот сейчас вот пока это сериал тайский, оказывается, такой комедийный. Вот, там сейчас будет сценка. Главный герой продает какие-то горшочки такие красивые. В общем, так особо, я думаю, ничего интересного. Вот, там пока в массовках снимаются тайцы. Я думаю, мы будем дальше в другом эпизоде сниматься. В общем, пока ждем. Вот. Вот так вот сейчас бар уже выглядит ночью. Караке. Караоке. Одна буква отвалилась. Ну вот. В общем, такие дела. Все, на связи. Ну вот, съемочный процесс заканчивается. Сейчас с ним мы вышли. Будем селфи сфоткаться. Вот так вот весело время проводить. Ну вот, съемочный процесс, все идет. Вот такой вот тут комедийный сериал. У меня массовка. Мы ходим вокруг них. Иногда немножко участвуем. Вот. В принципе, плохо, что в ночь. Вот за это не доплачивают. Ну, в общем, ставка здесь от агента 1500. Так за массовку сейчас платят где-то от полутора до 3000.
за 6, там, 7 часов работы. В принципе, работа несложная, не пыльная, как говорится. Называется экстра. Массовка такая. Вот. Платят всегда в конце съемки такого рабочего дня. Вот. Так что, если интересно, приезжайте в Бангкок. Можете работать так вот в массовках. И не только, куда возьмут, можно и побольше зарабатывать на разных фотосъемках, фильмах участвовать, эпизодах. Ну, все что угодно, все, что связано с моделингом таким. Вот, так что так вот. Все, с вами был Антон, на канале Антон Фриланс. Хорошего вам, удачи, пока. Take a body's high.